Послеполуденная Изабель. Читает Алевтина Пугач. Постель одна, сны разные. Китайская поговорка. Глава первая. До Изабель я ничего не знала о сексе. До Изабель я ничего не знала о свободе. До Изабель я ничего не знала о Париже, где секс и свобода. Две из его бесконечных реальностей. До Изабель я ничего не знал о жизни. До Изабель. Если смотреть в то зеркало заднего вида, что зовется памятью, до Изабель я был всего лишь мальчишкой. А после Изабель. После до и до после. Вот из чего сотканы все истории. Особенно те, что окрашены интимным флером. А с Изабель все было интимным. Даже если наши тела не сплетались в объятиях предвечерними часами. Предвечерние часы с Изабель. Великая константа той маленькой истории, которая для меня стала большой историей. Потому что это история моей жизни. Всякая жизнь — быстротечная сказка. Вот почему мое повествование, ваше повествование, наше повествование так важно. Каждая жизнь имеет собственный смысл, каким бы мимолетным или второстепенным он ни казался. Каждая жизнь — это роман. И в каждой жизни, если позволено, бывают свои вечера с Изабель, когда все возможно и бесконечно. И так же приходящая, как песчаная буря в Сахаре. Предвечерние часы. С Изабель. Та точка на карте моей жизни, где в какой-то момент я пересекся с самой неуловимой из всех субстанций. Счастьем. Впервые я увидел его на 21-м году своей жизни. В далеком 1977-м. В 8:18 утра, как подсказывали часы на моем запястье. Тремя минутами позже я прошел под вокзальными курантами в стиле арт-деко, царившими над холодными просторами Северного вокзала. Январь в Париже. Все вокруг черно-белое, утопает в бесконечной темноте. Я прибыл ночным поездом из Амстердама. Позади восьмичасовое путешествие, прерываемое мгновениями мимолетного сна на жестком сиденье в тесном вагоне. На всем пути к югу пространство между моими ушами все еще было затуманено после того, как я легально накурился на дорожку травкой в кофешопе на Принсенграхт. У входа в метро я приметил небольшую булочную, где утолил ночной голод круассаном и крепким черным кофе. Рядом находилась табачная лавка. За 3 франка я приобрел пачку Кэмэл, обеспечив себя куревом на целый день. В считанные мгновения я, как и все остальные ожидающие поезда линии 5, следующего на юг, погрузился в глубокий плен утренней сигареты. Метро. В этот послерассветный час в одном из вагонов 2-го класса еще оставалось место для локтей. Все выдыхали клубы дыма и морозный воздух. Тогдашнее метро запомнилось всепроникающим ароматом горелого дерева и вонью недезодорированных подмышек. Тусклые флуоресцентные лампы в деревянных вагонах отбрасывали подземный аквамариновый свет, и стены пестрели наклейками с просьбой уступить место искалеченным на войне. У меня был записан адрес гостиницы на Рю Жюссье, 5-й округ, недалеко от сада растений. Полузвездочный отель с полузвездочной ценой, 40 франков за ночь. 6 американских долларов, что оставляло мне еще 48 франков в день на то, чтобы я мог кормить и поить себя, ходить в кино, курить сигареты, сидеть в кафе и... Я понятия не имел, как закончить эту фразу. У меня не было плана или предначертанной стратегии. Только что я окончил один из университетов штата на американском Среднем Западе и уже получил стипендию в юридической школе,
гарантировавший своим выпускникам прямой путь в высшие эшелоны власти. Так что деньги, потраченные отцом на мое образование, не пропали даром. И теперь я заслуживал его самой высокой похвалы. «Молодец, сынок», — сказал он. Но что подпортило впечатление, поскольку шло вразрез с его взглядами на жизнь, так это объявленное мною в день благодарения решение о том, что сразу по окончании семестра я полечу через Атлантику. Мой отец, скупой на чувства и слова, не чудовище, не повернутый на дисциплине, но отсутствующий. Даже несмотря на то, что никогда не путешествовал и проводил почти все вечера дома, уже к 6 возвращаясь с работы. Он владел небольшой страховой компанией, где кроме него трудились еще 3 агентов. Его отца, кадрового военного, всегда называли полковником. Однажды, вскоре после того, как моя мать умерла от коварного скоротечного рака, отец с редкой откровенностью признался мне, что провел большую часть своего детства в страхе перед этим солдафоном. Отец никогда не бывал со мной строг, да и я не подавал повода. Ответственный ребенок, прилежный ученик. Я не высовывался, превратил себя в зубрилу, надеясь угодить отцу, неспособному проявить ко мне хотя бы немного теплоты. Моя мать отличалась стоическим нравом. Тихая женщина, она преподавала в школе и, казалось, смирилась со своей безрадостной судьбой в браке с мужчиной, за которого согласилась выйти замуж. Она никогда не спорила с моим отцом, играла роль послушной хозяйки и воспитывала меня как хорошего мальчика, предназначенного для великих свершений. Мама привела мне интерес к книгам. Она купила мне географический атлас и разожгла во мне любопытство и стремление к познанию мира за пределами наших сенокосов. В отличие от папы, она была очень ласкова со мной. Я действительно чувствовал ее любовь, хотя и излучаемую в свойственной ей размеренной манере. Когда она заболела, мне было всего 12. Мой страх потерять маму был всепоглощающим. От постановки диагноза до смерти прошло 6 недель кошмара. О том, что у нее терминальная стадия рака, мне сказали лишь за 10 дней до того, как она ушла из жизни. Я знал, что она больна, но она слушала моего отца и продолжала отрицать окутывавшую ее обреченность. Как-то вечером мама призналась мне, что ее время подходит к концу. А на следующий день ее спешно доставили в больницу в Индианаполисе, в часе езды от нас. После этого я несколько дней переживал состояние безмолвной травмы. В ту пятницу папа явился в школу без предупреждения, шепотом переговорил с моей классной руководительницей, а затем жестом позвал меня с собой. Как только мы вышли на улицу, он сказал мне: «Твоей маме осталось жить считанные часы. Нам надо поторопиться». По дороге в больницу мы почти не разговаривали, но к тому времени, как мы приехали, мама уже впала в кому. Папа позволил дежурному онкологу провести все необходимые процедуры и подтвердить, что нет никакой надежды на то, что она переживет этот вечер. Мама так и не вышла из комы. Мне больше не удалось поговорить с ней, попрощаться. Через год после ее смерти отец объявил мне, что женится на женщине по имени Дороти. Он познакомился с ней в своей церкви. Дороти была бухгалтером и отличалась той же сдержанностью, что и папа. Со мной она обращалась с отстраненной вежливостью. Когда я поступил в университет штата, Дороти убедила папу продать наш семейный дом и купить жилье для них двоих. На самом деле я почувствовал облегчение, когда это произошло. И вообще был рад, что папа обрел эту холодную женщину. Это избавило меня от груза необходимости быть рядом с отцом. Хотя сам он никогда не выражал ни малейшей потребности во мне. Потому что это означало бы показать сыну свою уязвимость. А отец никогда не посмел бы этого сделать. Дороти сказала, что в их доме для меня будет отведена гостевая комната.